Что значит принятие? Принять его таким. Принять мужчину, это означает, что признать, что он человеческое существо, и как любое человеческое существо, у него есть две стороны. Он состоит наполовину из достоинств, а наполовину он состоит из недостатков. Опять же, как и любой человек. А можно принять только достоинства, а недостатки слить? Нет, так не бывает. Так не бывает. Так же самое, как, представляете, женщину принять. Мне нравится. Вот классно. Вот задница хорошая, ноги хорошие, сиськи хорошие. А на рожу давайте оденем ей плафон от торшера. Ну, не очень мне. И так и ходи. Не получится. Если понравилось все снизу, придется терпеть и то, что сверху. И наоборот. Идеальных людей не бывает.